Всем привет, пацаны! В этом видосе я решил сделать обзор на мой инвентарь, сколько он стоит, посчитаем. Я даже взял для этих целей калькулятор отдельно. Так, ну, в первую очередь давайте заходим на рынок, в мои запросы на покупку, на продажу. Вот, у меня тут Furious Case есть, посмотрим, сколько один стоит. 235 голды. Ну, продается 250, но мы возьмем 235, потому что ну, цена, за которую можно слить. Умножаем на... Так... Получается 3, 4 на 4, 16, 18 кейсов. Умножаем, 4230 голды получили уже с самого начала. Дальше у нас есть 10, 11, 12 кейсов. Так, это 1200 голды. Плюс 1200 голды. Итого уже 5430 голды у нас. Дальше, соответственно, вы можете увидеть, сколько у меня серебра. 13537, это на 135 кейсов спокойно хватит. Плюс тут еще примерно, так, 10, 20, 30, 40, 50. Ну, примерно 60 боксов. Некоторые из них Furious удаленные. Также есть вот Origin. Ну, так, 3 Origin. Rival там, Scorpion. Так, ну ладно, идем дальше. Соответственно, у нас перчатки Отом идут. Их стоимость 2555 голды плюс 2555 голды. 7985 голды к итогу. Так, дальше. Я не знаю, как Burning Fist они называются. Плюс 1810 голды. Дальше Чемпион. 1555 голды плюс 1555 голды. Уже 11350. Дальше перчатки геометрик плюс 2100 голды. Я смотрю цену заказа, потому что, ну да, безусловно, их спокойно можно за 2300 продать, но я именно цену заказа беру. Ну, как минимально возможно, вот. Так, дальше у нас малахит идет. Тоже довольно-таки красивый нож. Советую купить, у кого нету. Но правда, в данный момент зеленых перчаток в стендоффе нет, поэтому пока с ним можно подождать. Мне кажется, в следующем обновлении зеленые перчаточки обязательно добавят, потому что без них как-то скучно, потому что в стендоффе очень много таких зеленых, даже вот таких ярких скинов, а перчаток таких нету. Ну, еще бы прикольно было какие-нибудь анимированные, знаете, немного такие светящиеся, можно будет. Restless Tanto. Ну, он очень красивый, но он такой сейчас какой-то дешевенький стал. Плюс 1318 голды. Так, Tanto Transistor. Плюс 1320. Уже 17448 голды. Дальше бабочка Legacy. Кстати, сейчас Legacy очень дешевый. Вот года полтора назад Legacy доходило там до 3-4 тысяч, иногда даже по 5-6 продавали ее. Это был очень красивый, это вообще был самый красивый нож в игре. Ну, там, если не брать, допустим, Керамбит Голд. Но он дорогой, а вот с такого класса, такого, тоже довольно хорошего. Но он вообще очень красивый, блестящий нож. Красивая раскрасочка у него. Так. Стоимость плюс 2415. Керамбит Клау. 2430. Керамбит Драгон Глаз. 1765. Так. Керамбит Универс. Кстати, Универс я за 1600 покупал. Или за 1700, не помню уж. Когда там обнова вышла, летняя. Плюс 1728. Так, гифтбокс, он не продается у нас. АВМ Genesis. И на этой АВМ Genesis я хочу как бы остановиться, потому что
Просто посмотрите на цену. Вот эта наклеечка, хо-хо-хо, стоит 2000 голды. Ну и вот эти все остальные по 3000 голды. Это то есть уже 5000. И сама вап сколько стоит у нас? 1000. Так. Ну, у моей вап как бы там еще статрек. Ну, 1191. Но я снимал, играл. Не особо много. Ну, соответственно, мне кажется, давайте посмотрим на рынок, сколько такие примерно стоят. Так, какие у меня там наклеечки? Наклеечки, да, дешево. Плюс 259, значит. Так, статрек Faceven Venom. Тоже посмотрим. Ну, в принципе, мне нравится вот это сочетание наклеечек. Только можно было бы пиццу брать. Или что вообще прикольно самурай наклеить. Тупо 4 наклеечки. Красиво тоже будет. Но эта шишка круто смотрится. Так, плюс 252 голды. Так, дальше сотрек Дробашник Романтер. Плюс 203 голды. Дальше М16 Iron Will, тоже сотрековская. 1131 голда. Ну, на ней, конечно, красиво смотрится, но это не... Как бы не особо такие дорогие наклеечки. Дальше статрек АКР Некромантер. Просто посмотрите, эти 4 токсика, они очень круто сочетаются. С этим калашом я вообще мало играл. На предыдущем калаше где-то сколько? 4000, наверное, киллов было. Ну, это такой. Я его продал. Так, соответственно, цена на рынке 600 голды. Ну, давайте посмотрим, сколько токсик стоит. Ой, зря я его брал, конечно. Так, наклейки. Так, токсик, токсик, токсик. Так, вот это обычные. Токсик. А, вот по 1000 голды. Соответственно, 4000 голды у нас калаш выйдет. 4600 голды. Ну, продать его можно где-то за 3000 с лишним. Ну, мы возьмем, давайте, 2500. Дальше статрек М4А1 King V703. Цена 245 голды. Так, дальше статрек Тек-9 Фейбл. 81 голда. Так, ну мне кажется... Ну ладно, плюс 9 голды.
с треком 4 кицун. Я вот с этой кицун, ну, как играл, тоже такая прикольная в самом начале, она мне выпала, поэтому я на нее сочетающиеся наклейки наклеил. Красивая. Так, а стоит она 35 голды. Так, дальше MP5, 26 голды. MP7 банана, 10 голды. Desert Eagle Red Dragon. Тоже прикольные наклеечки наклеены. 549 киллов, кстати. Это я просто выполнял задание, там сколько? Вроде бы в предыдущем Gold Pass было, там надо 200 киллов в голову было набить. Поэтому я... Она плюс 120 голды. У меня ее две штуки. Так. Вроде бы две. Так, да, две штуки. Ну и плюс голды 150 остальные брелки. Соответственно, если так взять, то мы спокойно абсолютно можем еще прибавить цену авапы. Мы ее за 4000 взяли. Ну, вы сами понимаете, какая у нее цена. Соответственно, у нас вышло 36 421 голда. Это по минимальному курсу, если просто тупо брать и сливать их. Мы же понимаем, что у них просто крутые наклейки, поэтому их можно в несколько раз дороже продать. Плюс у нас авапы есть. Плюс этот АКР, который 2000 голды. С авап еще 6000 голды можно забрать. Ну, соответственно, вы понимаете, сейчас стоимость 36 421 голда, ну, фактически этот инвентарь где-то там 45 000 голды, наверное, стоит. Соответственно, если вы хотите посмотреть видос, где я там донатил, я там вообще все платежи абсолютно там по Google Play посмотрю, которые сендов донатил, ну, как бы за все время. Потому что и сказать, сколько я потратил, с учетом того, что у меня там украли сколько, 15 000 голды. Соответственно, все посчитаем, и я вам скажу, как бы, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, давайте много лайков наберем, и тогда я как бы вам все это покажу. И не забывайте, что у меня 13 537 тысяч серебра, что очень круто,
поэтому его тоже можно зачитать. Ну а на этом видосе подходит к концу. Всем пока, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем до скорых встреч.